Всем привет! Известная актриса Ирина Алферова почувствовала недомогание 2 недели назад. Артистку госпитализировали в больницу с коронавирусом. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое и не давали никаких прогнозов. Отметим, что изначально Ирина лечилась дома сама и не обращалась за помощью к врачам, а ее состояние лишь ухудшалось. Артистка упорно отказывалась вызывать скорую помощь, но знакомые и коллеги все же смогли ее уговорить обратиться за помощью к медикам. Из-за того, что Алферова так медлила, она запустила болезнь и была доставлена в больницу уже в довольно тяжелом состоянии. Ее положили в одну палату с супругом, который тоже болен коронавирусом. Все это время поклонники переживали за судьбу артистки и не знали, что сейчас происходит с Ириной Ивановной. В какой-то момент ее едва не положили в реанимацию, но, к счастью, состояние артистки все же начало улучшаться. Она идет на поправку и с большой вероятностью скоро вернется домой. Надеемся, что на сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении идет на поправку, заявил заместитель художественного руководителя театра школы современной пьесы Станислав Нечаев. Отметим, что артистка находится в отдельной палате госпиталя в Химках вместе с мужем, актером Сергеем Мартыновым, который также заболел коронавирусом и в какой-то момент был на грани реанимации. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!